В Египте расследуют обстоятельства железнодорожной катастрофы, жертвами которой стали по меньшей мере 11 человек. Около 100 пострадали. Не исключено, что число погибших может возрасти. Несколько доставленных в больницу пассажиров находятся в критическом состоянии. Следовавший из города Эль-Мансура в Каир пассажирский поезд сошел с рельсов в районе населенного пункта Тух. По предварительным данным, крушение произошло по вине машиниста, который на участке, где проводились ремонтные работы, разогнал состав до 120 км в час. При допустимой скорости не более 30 км в час. Это уже второй крупный инцидент на железных дорогах Египта за неполный месяц. 26 марта в провинции Сухак столкнулись два пассажирских состава. Тогда погибли 19 человек, около 200 пострадали.